Привет всем! Добро пожаловать! Варлок играет в Lies of Spire. Ачивки? Ачивки даются очень тяжело почему-то. Мы сейчас будем делать ачивку очищения, потому что Twitch чат мной командует и говорит делать ачивку очищения. Это Лотоносец. Для этого нужно сжечь все карты в колоде, только оставить 3. Как это лучше всего сделать? Мы будем делать этот забег обычный, без возвышения, без ничего. Для этого нужна, в принципе, одна карта. Это адское пламя. Она сжигает все. Мы сжигаем, оставляем 3 карты в колоде, как бы проблема решена. Желательно еще выиграть при этом, не умереть. Потерять все золото, максимальное здоровье плюс 16. О, я возьму это. Конечно. Максимальное здоровье плюс 16 за все золото я возьму почти всегда. Единственная проблема — найти карту адское пламя. Соответственно, мы применяем тактику поиска карт. Как тактика поиска карт от Варлока выглядит? Ну, мы идем в магазин и ищем эту карту. И максимально боев проводим, не вопросиков. То есть здесь все очень просто. Не плачь, Варлок, ты обязательно получишь эту ачивку. Я не расстраиваюсь. Эту ачивку, я думаю, мы получим с первого раза. Я почти уверен в том, что мы ее сможем сейчас легко сделать, вообще без проблем. Есть шанс, что нам просто не выпадет то, что нужно. Йоу, раскол души сжигает все карты в руке, кроме карт атаки. Ну, это нам не поможет. Но это все равно должен был быть билд на сжигание, правильно? Если мы будем так делать. Арсенал. Раскол души сам по себе не сожжет все эти карты. Арсенал нам сильно поможет вначале. Поэтому делаем так. Сейчас Варлок умирает на первом боссе. Нет, ни при каких обстоятельствах. Это невозможно. Я вам гарантирую, что этого не будет. Карта очищения нужна. Да не обязательно карта очищения даже. Карта очищения одноразовая, она только один раз сжигает. И мы можем брать легко сжигающиеся карты. Колода должна быть не очень большая, но она все-таки должна жить. Эта колода. Мы не можем сделать себе колоду, которая будет... Которая, опять же, не убьет даже первого босса. Сначала нам нужно найти карту, которая будет сжигать нам карты в руке. И тогда мы сможем пройти ачивку. В общем, план такой. Облик демона. Окей, я возьму облик демона вначале. Потому что с обликом демона мы, в принципе, порвем все, что движется. А что не движется, мы тоже порвем. Можно с помощью опустошения это сделать. Опустошение? Опустошение. Что за карта опустошения? Я что-то не могу вспомнить. Поражение, раш, раскат грома. Нам не нужны атаки. Облик демона дает нам урон достаточный. Опять же, облик демона... Вот если воспламенение, нам не нужен облик демона. И нам не нужно делать большую колоду. На этого чувака мы, если что, потратим огненное зелье. Наверное, нам придется на него огненное зелье тратить. На следующий ход. Да, потому что добить... А, нет, мы его добили. Прошу прощения. В
Воспламенение не нужно. Увесистый клинок один нужен. Мы пока что просто делаем колоду, которая будет убивать врагов, которая не будет дохлой. А потом мы уже займемся вопросом со сжиганием карт, собственно. Нужно было брать раш и убирать остальные атаки. У нас облик демона, я не думаю, что нам это нужно. Убирать раш. Варлок, в стиме написано, что эта ачивка получена у 34% игроков. То есть это типа значит, что она сложная? У нас 15 карт. Ачивку саму можно получить в любом бою. Неважно. Неважно, босс это или что. Но вот проклятия точно будут мешать. Они нас не интересуют. У нас 101 макс хп. Боевая раскраска улучшает 2 обороны. Норм. Брать карту из колоды. Да, убираем карту здесь. Удары можно убирать смело. Они нам не нужны. Я облик демона в первый ход против флага Вулина. До свидания. С одной реликвией и обычной карты у 1.5% игроков. Ну, неудивительно, что я вам скажу. Сейчас у нас будет арсенал. Арсенал мы сыграем на оборону, чтобы минимум урона здесь получить. Потому что у нас все равно облик демона. Рано или поздно логовулен труп. Неважно, что он делает. Он на следующий ход будет уже... На следующий ход он будет втыкать. То есть нам лучше сейчас блочить и добивать его, да. Королевская подушка. Ну, перфект. Очень хорошо. Пламенный пакт. Поможет. Поможет сжигать лишние карты. В общем, поможет сделать ачивку. Его надо будет проапгрейдить потом когда-нибудь. Пока что мы проапгрейдим облик демона, опять же, чтобы мы могли прожить подольше. Делаем ставки, в какой момент пойдем просто на сердце без ачивки. Что за неверие в меня? Я очень-очень расстроен. Что вы в меня не верите, чат. Так, 8 урона, 11 урона, 20 урона, 11 урона. То есть мы можем убить тебя. Минус 5 урона со стола. Оборона дает 8 блока, это хорошо. 8 дамага. Ну, никого не убивает, но делаем так, чтобы вот этот парень умер на следующий ход. Это сюда? Сколько проломить наносит? 7. Констатация факта. Факты, они, между прочим, подвержены влиянию рандома. Ну, если нам не придет нужная карта, то что я сделаю так-то? Другого способа, как кроме той карты, пройти ачивку так-то нет, по большому счету. Мы будем ее искать.
я приложу все усилия, чтобы ее найти. Как бы, не знаю. Все, что можно сделать, сделаю. Золото нам нельзя отдавать. Нам нужно убить мародера. Эх, облик демона как-то неудачно пришел. Знаешь чего? Рандом это три переходящих подряд. Да, такое тоже может случиться. Но нам остается только надеяться, что этого не будет. Чего? Если берем его весь этот клинок, мы его точно убиваем на следующий ход. Знаешь что, с рассечением, наверное, его убиваем и вож. Блин, но получаем 5 урона тогда. На следующий ход мы его сможем убить? А на нас не будет слабости, у него будет немного здоровья. Окей, я рискну, мы сэкономим здоровье. Ну, даже, тут даже риска никакого не было. Силовая волна, бомба, она сжигается, все нормально. И перед этим боссом можно апгрейдиться спокойно. И апгрейд на силовую волну, естественно. Одна из лучших карт. На всякий случай. Джаггернаут, облик демона. Бум, со старту. Все, он труп. У него нет шансов. Что бы он ни делал, как бы он нас не дамажил, он мертвее мертвого. А за счет Джаггернаута мы еще и дамажить будем, когда блочим. Дали бы ачивку лох. Ха-ха-ха. Не верите вы меня, чат? А зря. Смотрите, облик демона, 15 силы. Все, ноль проблем. Бом. Ну, не пришли. Та карта не пришла. Мы продолжаем ее искать. Воронка, статуэтка, колокол. Воронка, статуэтка, колокол. Ну, колокол точно не подходит. Статуэтку, блин, видеть не хочу. Мы можем взять воронку, в принципе. Хотя подушка, воронка нейтрализует подушку. Ачивка неон и фокусировка есть у 2,7% игроков. Ха. Бери колокол. Бери колокол. А, ладно. Хорошо, уговорили. Обыденное изменение, сомнения. Все ужасное. Сундук, пантограф, нитка. У нас есть пламенный пакт, чтобы сжигать их. Мы пойдем по магазинам зажигать эти карты. Но это нам дало хорошее усиление, я ничего не могу сказать. И пантограф, и сундучок очень круто. Ну, нитка с иголкой, я уж молчу. Топ. Пламенный пакт, чтобы сжечь обыденность. Йоу. Ну, непробиваемость дает нам весь блок, который нам может понадобиться. С другой стороны, зачем? Оборона дает нам тот же блок. По-моему, варлок забыл про ачивку. Я помню про ачивку. Пантограф ужасен? Пантограф шик. Ты чё? Как это пантограф ужасен?
Раз. Два. Возвращаем рассечение. Три. Четыре. Мы сейчас потеряем полностью латную броню. Мы получим дамаг в этом бою, ну, причем так, нормально дамага. Но сейчас силовая волна решит почти все наши проблемы. 5 урона нам идет. И вот наш 5 защиты для этих 5 урона. Оп. Я просто не вижу смысла с этой ачивкой, ну, заморачиваться, пытаться сделать самую маленькую колоду. Тут все намного проще. Мы получаем нужную карту, мы выполняем ачивку. Все. Ну, хотя надо переставать добавлять карты в колоду, это факт. Тут я ничего не могу сказать, надо. Карт уже многовато в колоде. Будет их сложно сжечь такое количество. Надо будет брать еще очищение, я думаю. Раз блок, два блок, удар. Мы не сыграли облик демона здесь. Так-то мы на таймере вообще-то. Потому что избранные становятся сильнее, а мы сильнее не становимся. Хотя, он под уязвимостью, блин. Нет, без облика демона мы его быстро не убьем. Я эту ачивку случайно получил. Ну так я тоже думаю, что она типа так и проходится. Случайно. Ну, мы-то специально ее сейчас будем проходить, но все равно. Все, прекращаем добавлять карты в колоду. Ищем адское пламя. Вещество X. Ни с чем не работает. Сумка. Якорь. Надо убирать проклятие. Начиная с обыденности. У нас есть еще магазины на этом этаже? Нету. То есть можно взять якорь. Почему якорь? Потому что это 14 блоков первый ход. А блок первый ход нам нужен, чтобы играть облик демона. И надо карты не добавлять больше, потому что облик демона. Он рулит. Арсенал. Улучшаем рассечение. Рассечение 14 урона всем. И здесь... К сожалению, только 23 урона не убьет обоих чуваков. Ну ладно. Ну, обоих, хотя бы одного из них не убьет. Огненный барьер здесь супер. Блок, блок, блок. 12 блока. Он нас не пробивает. Слабость. Следующим обязательно убирать проклятие за слабостью. Оно нехорошее. Очень нехорошая. А если тупо скверну взять? Скверна тоже поможет, между прочим. Кстати, нам надо бы в скверну взять. Просто даже вот, ну, для самой колоды. Скверна здесь нормально, вполне нормально зайдет. У нас есть навыки, от которых мы их не то что хотим избавиться, но которые нам не очень нужны. Которые мы бы сыграли один раз. Те же обороны всякие. Но опять же, я думаю, что мы пока... Мы пока прекращаем добавлять карты в колоду, пока не избавимся от проклятий. Она и так слишком большая, и на то, чтобы достать облик демона, уходит много времени.
Боюсь я этих чуваков. Знаешь, против них самовозгорание самое то. Мы сколько-то хп потеряем, но очень сильно ускорится раздача люлей. Вот, облик демона здесь не очень заходит вообще. Вообще никак не заходит. Ваня пришел и ушел. Этот взорвется. Остается двое. 32 и 34 хп. Эх, уф. Они наносят 18. Нам просто выжить, потом мы хилимся с подушкой. Нужно их добить. Мы мертвы, что ли? Мы не мертвы. Мы живы. Все нормально. Но зелье силы я потратил. В панике. Окей, это было опасно. Раскол души. Ну... ну, типа поможет. Сжигать хотя бы проклятие, которое у нас сейчас есть. Это жесть какая-то. Копировать карту в колоде. Есть ли такие карты, которые мы хотели копировать в колоде? Я не уверен. По-моему, у нас... не то чтобы все нормально, но каких-то карт, которые прямо нам нужны копии, у нас просто нету. Второй облик демона, это смешно. Упс, кто-то труп. Я ошибся, да. Перед боссом не хиляйся, пантограф. Кстати, да. Это спасибо, дам. Надо будет следить. Ну, как не хиляйся. 25 хп только пантограф восставляет, восстанавливает. Если нам надо будет больше, то... ну, что тут сделаешь? Он слеп и глуп. Опустошение. Да. Йоу, Орехалк, огонь. Так, ну и что у нас здесь? Наверное, пора уже начинать апгрейдиться. Конкретно нам нужен апгрейд на Арсенал Плюс. Очень нужен Арсенал Плюс. Варла, какая тебе нравится пицца? С морепродуктами, я извращенец. Мне нравится пицца с морепродуктами. Стрим долго еще будет? Ну, где-то до 6. Орехалк с ниткой с иголкой. Бомба. Кстати, кто у нас босс? Естественно, самый плохой для нас. Ну, кто бы сомневался. Берсерк. Не можем. Мы даже не можем больше карт в колоду добавлять, если честно. Нет. Наконечник пера. И у нас последний шанс, собственно. Получить необходимую карту, ну, последний гарантированный шанс. Это после этого босса. Ну, если она не придет, карта, ну, я здесь не виноват. Мы все равно не могли сделать колоду, которая прям вот... которая может выполнить эту ачивку без карты на сжигание полколоды, которая называется... фак, облик демона. Получить 20 урона.
А я думаю, мы без облика демона умрем здесь. Ну, во-первых, не 20, а 11. А по-моему, эта колода без облика демона вообще не живет. Ей нужен облик демона, чтобы хотя бы убивать врагов. Чтобы хоть как-то их убивать. Раскол души. 26 урона. Мало. Все равно мало. Но мы зато не получим слабость. Все-таки, несмотря на пантограф, хиляться придется. Нам еще один вопросик прожить надо. О, господи, нет, нет, ты не можешь так со мной поступить. Мы живы. Пожалуйста, не бой. Преобразовать карту. Есть шанс, что мы ее найдем таким образом. ВВ транс. Ну, то хорошо. Большой апгрейд от боевого транса со старту. Бум. Кул. Дальше. Делаем так же. Оп, арсенал на следующий ход. Облик демона. Пожалуйста, игра. Дай мне облик демона не в последней руке. Но он не в последней руке. Ничего не могу сказать. Он далеко не в последней руке. Он... Ну и в первой. Пожалуйста. Он не в последней руке, да? Я верю в это. Yes. Включаем. Неважно, сколько мы урона сейчас получаем, мы врубаем облик демона сейчас. Плюс у нас есть орехалк. 66 здоровья. Должно хватить, чтобы дожить. Так. Так. Ерунда. Эх, надо было сначала ерунду играть. Двадцать три, одиннадцать, одиннадцать. 23 плюс 22. Окей, замечательно. Просто чудесно. Но одну оборону играть смысла не имеет. Две можно. Но нам выгоднее просто убить тебя. Тридцать семь хп. Я думаю, что мы выживем. Он призывает чуваков снова. Охренеть. Йоу, на следующий будет ход наконечник пера с рассечением. 30 урона по всем. Фуч! Все равно мало. Тут сила не так быстро бафается, как мне хотелось бы. 31, 40, 41, 51. Вы что, мертвы, что ли? Мы получим 6 блока от орехалка. То есть у нас по факту, если мы не играем блоки, у нас 43 здоровья. То есть мы выживем, если убьем одного и сыграем блок. Что мы не можем сделать? Нет. Не. Help. Help. Мы живем. Зря волнуйтесь, мы живы. Все нормально. Все в полном порядке. Стальная волна, 15 урона, раз. Убить этого, это минус 7 урона со стола. В любом случае, это выгодно сыграть удар на него. И он наносит 21.
Мы все еще живы. Пожалуйста, не атакуй. Он не атакует. У нас есть шанс, дамы и господа. Ну, шанс есть. Знаете, что нам нужно? Стоп. Если мы сыграем две обороны, то будет 16 блока. 16 плюс 6. Мы не выживаем. Если мы тараном вытащим в стопку добора боевой транс. Потом вытащим боевой транс пламенным пактом. Ничего не будет. По-моему, мы мертвы, товарищи. Если мы играем 16 блока, у нас получается 22 здоровья. Он бьет на 24. У нас не хватает здоровья, чтобы выжить. Если мы играем пламенный пакт, мы вытаскиваем опустошение, удар. Потом мы тараном вытаскиваем увесистый клинок, ложим его на стопку добора. Играем опустошение, опустошение играет увесистый клинок. Увесистый клинок его может ваншотить. Сколько будет наносить урона увесистый клинок? Увесистый клинок наносит... У нас 21 силы. Увесистый клинок умножает силу на 5. То есть нанесет 100 с чем-то урона. Он под уязвимостью. По идее это должно сработать. Если я не тупой. То есть пламенный пакт надо сделать сейчас. Сжигаем оборону. Я идиот? Сколько карт достает пламенный пакт? Две карты. Ну, сжигаем оборону, да. Пламенный пакт был улучшенный. Поэтому он достал три карты, а не две. Моя тактика не сработала. Мы еще раз достанем пламенный пакт тараном. Ну, нам, у нас бесплатных карт тут нет нужных, которые мы можем сыграть. Но даже если бы я сыграл сначала таран, а потом пламенный пакт, то у нас тогда бы не было энергии, чтобы сыграть весь этот клинок все равно. Его только через опустошение надо было играть. Короче, единственный шанс нас выжить — это сыграть опустошение, чтобы оно вытащило весь этот клинок и убило его. Да? По-моему, другого варианта просто нет. Мы можем сыграть вот блок, вот так, но это не хватает здоровья. Либо если опустошение вытащит огненный барьер, тогда мы тоже живем. Да? Давай. Опустошение вытащило проклятие. Ну... Спасибо, опустошение. Спасибо. Было очень хорошо. Ну, не этот. Не говорите, что...
Реинпис. Айнс. Айнс, спасибо тебе огромное. За донат 176. Сердечко. Спасибо тебе огромнейшее. Это очень большая помощь для канала. Я тебе очень благодарен, чувак. Я немножко расстроен, да-да-да, я немного расстроен, но я... Не, ну, знаешь что? Я не могу гарантировать вам, что я не буду расстроен в этих забегах. Если мы возьмем баррикаду... Ты знаешь что? Мы делаем ачивку на одну реликвию. А? Ой, спасибо, Женя. Женя принесла нам кофе. Окей, мы делаем ачивку на один релик. Я передумал. С баррикадой на старте мы обязательно должны делать ачивку на один релик. Не обсуждается. К черту сжигание. Билд на защиту, такой шанс. Конечно. Пошла жара. Так, все, новая, новая сила. Так, тыщ, идем сюда. Бжу, костер, бжу, костер. Бжу, в магазин покупаем. Тыщ, кучу защиты. Все, порвали босса, погнали. Фу, давно, блин, нам не попадалась баррикада со старту. О, я не помню, когда в последний раз это было. Напомню, она будет сейчас практически бесполезна поначалу, но... Ее надо улучшить как можно быстрее. Нужно, чтобы она стоила 2 энергии. И, внимание, очень важно, не брать реликвии. Просто запретить себе брать реликвии и все. Надо, как каждый раз, когда я буду сначала в чат смотреть. Он такой... О, все нормально. Все нормально. Так, как мы это делаем? Мы, в принципе, можем взять опустошение. Если оно сыграет баррикаду, мы будем счастливы. Йоу, улучшить карту в колоде. Нет, знаешь что? С баррикадой нам лучше убирать. Нам лучше... Если есть возможность, мы убираем удары. Любыми способами. Как можно быстрее. Может даже не удары, а проломить. Нет, удары. И наша задача набрать блоков. Можем мы здесь сыграть баррикаду? Не. Набрать блоков. И вообще не использовать атаки практически. То есть план будет такой. Наносить урон только за счет блоков. Ну понятно, там толчок корпусом идет. Баррикада, самое время. Правда, ну в таких боях от нее толку немного, но с другой стороны. Йо, мы в слизи сожгли их. В таких небольших боях от нее толку мало, но на боссах и потом, когда она будет круче. Только не возьми реликвию, блин. Делай что угодно, только не возьми реликвию. Пожалуйста. Не поступай со мной так. Мозг, я прошу тебя, сосредоточься. Я сейчас тебе дам даже еды. В смысле воды, в смысле кофе. Йо, вот он, первый толчок корпусом. Это оно. Он идет к нам в колоду. Так, дальше мы идем сюда. Фу. Мы сможем это сделать. Я верю в нас. Первый апгрейд, может быть, на толчок корпуса, может, на баррикаду. Скорее всего, на баррикаду. Тут не надо было играть баррикаду, как для этого чувака. Против него не нужна баррикада, спойлеры. Более того, его, из-за того, что я там не сыграл 3 удара, нам придется здесь потерять 10 хп. Зачем я там играл баррикаду, я не в курсе. Потому что он сейчас усилится, и мы его хрен пробьем вообще. Не надо, не изобретай велосипед. Так. Его не добили. Окей, надо было изобретать велосипед. Пофиг, 72 здоровья, нормально. Адский клинок, красная пелена, эволюция. А красная пелена, чтобы мы сейчас могли хоть как-то играть эту собственно, баррикаду. И мы идем дальше. Реликвии нам не бери золотого идола, не активируй ловушку. Не-не-не-не-не-не-не. Апгрейд. На баррикаду. Бум. Все, мы ее можем играть.
кофе кровь отклынет от головы к желудку, и ты станешь немножко глупее. Я после кофе не становлюсь умнее. Может, у меня в животе мозг. Ну, судя по размеру живота, там что-то есть. Проклятие сомнения. Да? Да, давай. Пофиг. До магазина недалеко? Вот он. Там мы его сможем убрать. Так, ковать. Следующая копка. Толчок корпусом. Бум. Пошел. Хотя нам удары убирать надо. Не надо. Просто не надо. Просто не делай этого. Ты знаешь, гремлина, который слабость накладывает, по-моему, важнее убить, чем того, который дамажит. Нас все равно слабость проклятия наложила. Ну, неважно. Да, с проклятием я провтыкал, окей? Я понимаю. 8 плюс 9, знаешь что? Нам нужно зелье силы. Проклятие не надо было брать. Нам просто нужно убрать много карт из этой колоды. Так, это сколько? 7 плюс 8 урона. Нам нужно много карт из этой колоды убрать. Конкретно все удары желательно бы. Поэтому это плохая идея. Да-да-да, больше мы так делать не будем. Проклятие больше брать не будем. Гарет предложил задонать себе сотню. На полшаурмы хватит. Как раз, чтобы шикануть. Йоу, Варлок, в смысле, который Гарет. Спасибо огромное за донат, целых 100. Спасибо большое, чувак. Мы начнем с убирания проклятия. Это победа для тебя. Я возьмусь, когда разбивать его защиту. Металлизация, типа, да? Для баррикады. Самое оно. Ну, наверное, нам важнее удвоить защиту. Либо еще один толчок корпусом, чем сейчас металлизацию брать. Да, я чуть не купил ручной пур. Блять. Да что такое? Мозг! Соберись, тряпка! Перестань это делать. Потом металлизация. Сейчас не до нее. Ага. Апофеоз. Йоу. О, господи, я чуть не купил гальку. Да? Эти ручки ничего не крали. Скверна сожжет все наши блоки, и мы не сможем получать защиту. Знаете, что мы хотим? Железную волю, я думаю. Сжигаем удары, они нам не нужны. Апофеоз круто, но... Мне кажется, у нас и так... Ключевые карты у нас уже улучшены. Железная воля улучшит ее, чтобы ею сжигать удары. А, кстати, железная воля на слизни отлично зайдет. И удалить еще один удар обычный. Блин, плохо же только один толчок корпусом. Очень плохо. Я думаю, железная воля, и мы удаляем еще один удар. Либо знаешь что, мы, наверное, удаляем проломить. Ну нет, проломить хоть какой-то урон нам дает. Удаляем удар. А, я так надеялся, что здесь боя не будет.
Я прямо ждал, чтобы здесь не было боя. Так, красная пелена. Будем ли мы ее здесь играть? Не вижу смысла. Вижу смысла оборона. Вижу смысла толчок корпусом. Железная воля, ну, в принципе, без разницы, что... Ну, пускай сжигает красную пелену, господи. Опустошение. Может сжечь стража, может сжечь толчок корпусом. Если оно сожжет толчок корпусом, ну, будет страшно. Конечно, но пофиг. Оно не сожгло толчок корпусом. Это норм. На следующий ход хороший шанс вытащить толчок. Так, так. Все блокируем. 16 урона плюс 9 урона. Бум, прекрасно. Остается один культист. Мы, кстати, его перебаррикадить вряд ли сможем. Блин, надо было эту штуку сжигать. Или сможем. Опустошение сжигает удар. Очень хорошо. Да, мы не набираем достаточно блока. Но у нас будет зелье ловкости на боссе. То есть... Ой. Привет от Варлока. Раздвоение личности. Двойная награда. Двойной донат. Так еще и Варлок Варлоку донатит. Получается четырехкратный донат. Гаррет, спасибо тебе огромное за донат, целых 100. Спасибо тебе большое, чувак, это огромная помощь. Это очень круто. Спасибо, чувак. Мы не можем выполнить ачивку на сжигание тоже. Потому что... Потому что у нас нет карт в стопке добора, чтобы их сжечь. Нам надо сжигать карты в руке. Подожди, если мы сделаем вот так. А, она сожжется, да. Нам нужно сколько ходов прожить, чтобы... Короче, смысл в том, что я сжег все атаки, у меня остались одни блоки. 21, он нас сейчас не убивает, это для нас главное. Да, он нас не убивает. Теперь делаем так. Делаем опустошение. Йоу, мы сделали ачивку очищения. Она у меня вылезла в стиме. Ну, как бы, мы чего, собственно, собирались делать? Мы собирались пройти ачивку очищения, правильно? Мы ее прошли. Я не вижу, в чем проблема. Ачивка пройдена, у нас три карты, она пройдена, я вам говорю. Но мы сейчас еще лучше ачивку сделаем. Мы сейчас сделаем ачивку одна карта. Смотрите. Варлок Б процент циркумфлекс амперсант мягкий знак. С циркумфлекс амперсант. Варлок циркумфлекс амперсант.
Хайнц, спасибо тебе огромное за донат, целых 96 сердечко. Мы прошли ачивку очищения. Мы чего? Голосовали за что? За ачивку очищения? Мы прошли ее? Прошли. Я не понимаю, какие ко мне могут быть претензии. Ачивка пройдена. Чего вы? Все в полном порядке.